Добрый день всем любителям футбола, в том числе любительского футбола, но от этого не менее интересного. Восьмой тур чемпионата Москвы по футболу среди команд любительских клубов. Дивизион А встречается команда «Родина» и команда «ФШМ». Звучит стартовый свисток Алексея Морозана и начинают хозяев футболист «Родины». Но игра у нас продолжается, и продолжается она опасным стыком вблизи штрафной площади. Харлан здесь подкатился под своего соперника и получает заслуженную на самом деле желтую карточку. Не успевал Харлан в этот эпизод, первым оказался соперник с мячом, ничего не оставалось, как лезть под кат, но даже это решение было крайне жестким. Здесь единоборство, Кукушкин стесняет соперника от мяча и в одиночестве угрожает воротам, опасный удар с левой ноги над перекладиной, пролетает мяч, контролирует все Тарасов, но оценим, как практически самостоятельно для себя организовал этот момент Александр Кукушкин. В данном случае от него требуется классная подача, и она следует. Борьба на втором этаже. От ворот показывает главный арбитр, но удар отметим. Опасно достаточно выглядело все это со стороны. Сразу два футболиста Родины были готовы пробить в данной ситуации после подачи Бирюкова. Ну и, возможно, где-то помешали друг друга. А сейчас предложил себя уже внутри штрафной площади. Прострел вдоль ворот и в два приема все-таки Тарасов забирает этот мяч. Но упустили. Упустили Мастеркова. Успел Егор отработать сначала на своей половине поля, а потом найти брешь в обороне соперника. Начинается все с атак ФШМ во втором тайме. На левом фланге простреливает. Восьмой номер сразу же заканчивается. Это атака забитым голом в исполнении Михаила Кукушкина. 1-0 ФШМ выходит вперед в данном матче. И счет у нас открыт. Ошибается Артем Бирюков в передаче. Здесь попытка Кукушкина вновь атаковать ворота соперника. Удар в дальний угол. И дубль буквально за 2 минуты. На равных у нас абсолютно проходил первый тайм. Но что-то после перерыва сломалось в действиях команды Андрея Черниговского. 10-й Николай Балабанов, 27-й Степан Правкин, 23-й Михаил Харлан. А сейчас у нас будет пенальти. Закончим сначала составом, потом уже обратимся к этому эпизоду. Атак Родины. Что ж, у Кукушкина появляется возможность оформить хитрик в первые 4 минуты второго тайма. Только Роман Тарасов может помочь Родине избежать крупного счета в этой игре. Удар, и Тарасов спасает. И на добивании все-таки первый оказывается Кукушкин. Было 3 гола до старта этого поединка на счету Александра Кукушкина. Короткая передача. И есть возможность у Балабанова положить мяч на газон. Удар, Горебян уже оставленный голкипером. Ворота. Но даже этот момент не пойдет копилку опасных, потому что ранее у Артура было зафиксировано положение не игры. Есть скрытый шанс. Удар Бирюкова из нижнего угла спасает свою команду. Бирюков классно закрутил мяч в нижний угол практически бильярдным ударом. Но здесь теряет мяч. Хорошо, что Абдулин действует на перехвате. Впрочем, это последнее действие в сегодняшнем матче, который завершается. Итог игры 0-3. Футболисты ФШМ одерживают победу над Родиной.